Международная космическая станция – самый дорогой научный проект в истории человечества. Здесь продумано все до мелочей и даже установлено специальное оборудование для очистки воздуха. Его пропускают через электрическое поле, которое разрушает вирусы и микроорганизмы. Этот проект для МКС выполняли во Владимирской области. Государственные корпорации заказывают у компании «Гефест» и другую продукцию, связанную с электричеством, в том числе антистатическую мебель. И сегодня вы узнаете, как это делается. Сегодня вы узнаете, почему из-за мебели может выйти из строя техника. Когда и для чего изобрели антистатическую мебель? Из чего она делается? И на каких производствах без такой специальной мебели не обойтись? Еще в древности люди заметили необычный эффект. Если потереть янтарь о шерсть, он начинает притягивать к себе небольшие предметы. Загадочный феномен назвали электризацией, так как янтарь на древнегреческом – электрон. Даже капли, снежинки и град всегда несут в себе заряд. При этом облако в целом остается электрически нейтральным, пока в нем не происходит образование и выпадение осадков. Во время электризации идут два процесса. Накопление зарядов, оно происходит гораздо быстрее, и стекание, оно идет медленнее. Поэтому заряды скапливаются на поверхности и образуют довольно высокие потенциалы. Их можно измерить. Например, корпус автомобиля, который проезжает по сухому асфальту, заряжается до 10 кВ. Есть места, где накопление статического электричества важно избежать. Например, на производстве радиоэлектронной продукции. Из-за такого ненужного электричества из строя может выйти дорогостоящая техника. Чтобы защитить оборудование, используется специальная промышленная антистатическая мебель. Ее с 2010 года изготавливают во Владимирской области. Производство мебели «Гефест» занимается комплексным оснащением промышленных предприятий, специализированных по металлической мебели, в том числе в антистатическом исполнении. Особое внимание обращаем на то, что производимая нами мебель – результат разработок собственного конструкторского технологического отдела. Вся производимая продукция по торговой марке «Гефест» создается с учетом пожеланий наших непосредственных потребителей, рядовых сотрудников предприятий. Все начинается с идеи. Конструкторский отдел разрабатывает новую модель антистатической мебели. Вот так выглядит специализированное рабочее место. Этот антистатический стол готов к отгрузке. В его основе опора из алюминиевого профиля, который разработан с учетом мировых стандартов. Для того, чтобы начать собирать любое изделие, нужно подготовить его составные части. Это делают на отдельном участке производства. Применяется высокоточное технологическое оборудование, оснащенное числовым программным оборудованием. Данное оборудование обеспечивает высокое качество нашей продукции. Каждое изделие производят по индивидуальным параметрам заказчика. Для этого на предприятии используют лазер. Это один из самых современных способов обработки. Лазерный луч двигается четко по заданным координатам и вырезает из металлического, полимерного или деревянного листа детали нужных очертаний. Управляет процессом компьютер. Данные нам скидывают мастера на флешку, после чего мы их переносим на компьютер и дальше приступаем к работе, задаем параметры резки. Технология позволяет делать даже узкие отверстия, не нарушая материал. Точность луча станка лазерной резки металла измеряется десятыми долями миллиметра. «Гефест» — предприятие с полным циклом сборочного производства. Работает собственный сварочный цех. Специалисты надежно соединяют детали даже очень сложных конструкций. А на этом участке изделия проходят гидроабразивную обработку. Это необходимо для обеспечения качества деталей и защиты их от коррозии. Для обеспечения высокого качества окрасочного покрытия все заготовки проходят через гидроабразивную установку, что повышает качество адгезии и появляется оксидная пленка, которая обеспечивает коррозионную стойкость изделия. Гидроабразивная обработка делает профиль ровным и сглаживает сварные швы без повреждений.
Только после этой процедуры детали окрашивают специальным порошковым покрытием. Теперь деталь приобрела антистатические свойства, а также стала устойчива к механическим воздействиям. Процесс нанесения порошкового покрытия в данном случае происходит трибостатическим методом. То есть это положительно заряженные частицы краски, мелкодисперсные, прилипают к заготовке посредством статического электричества, то есть как анод, катод. Покрытие наносят, следуя технологическим правилам. Его толщина должна быть от 80 до 120 микрон. Учитывая пожелания заказчика, краска может быть разной. Может глянцевое быть исполнение, да, то есть деталь будет блестящая. Может быть матовое исполнение, в зависимости от пожеланий заказчика. И также шагрень. Шагрень бывает тоже разных видов. Крупная, мелкая, средняя. После нанесения порошкового состава детали запекаются в термопечи. Происходит это при температуре 200 градусов. Согласно специфике производства промышленной антистатической мебели и пожеланий и требований заказчиков, для изготовления столешниц и полок изделия используются различные отечественные и импортные материалы, обладающие антистатическими свойствами, соответствующие различным системам менеджмента качества. На все типы и варианты столешниц и полок наносится декоративная кромка с радиусными углами и границами. Специалисты работают на полуавтоматическом кромкооблицовочном оборудовании. После этого изделия защищены от механических повреждений и, что немаловажно, имеют безупречный внешний вид. В случае отсутствия необходимости токопроводящих свойств материала могут быть использованы более традиционные материалы, такие как ЛДСП, фанера различных толщин и характеристик, а также металлические накладки и покрытия. Например, резиновое. Оно устойчиво к царапинам, агрессивным жидкостям и механическим повреждениям. Специалисты предприятия создают не только рабочие места, но и большие эргономичные цеха под ключ. Все это с учетом особенностей производственных процессов и размеров помещений. Антистатическая мебель регулируется по высоте. Можно установить полки, фурнитуру и даже приборы на разных уровнях, что обеспечивает быструю и удобную работу. Совместно выезжаем с нашим конструкторским отделом, с нашим проектным бюро, совместно с начальником отдела продаж выезжаем к клиенту, знакомимся с предприятием, предлагаем разные варианты исполнения продукции и только после того, как согласовываем оптимальный вариант, запускаем этот проект в работу. Готовую продукцию упаковывают отдельно каждый элемент. Поэтому изделия доходят до конечного потребителя в полной сохранности даже после длительной транспортировки. Учитывая модульность нашей продукции, конструкторским отделом была разработана упаковка под каждый элемент изделия. Каждая упаковка изделия содержит сопровождающую маркированную наклейку для полного понимания заказчиком содержимого упаковки и максимально легкой, простой сборки дальнейшей нашей продукции. Промышленным предприятиям требуется не только специальная мебель, но и осветительные приборы. Конструкторы разработали и внедрили производство этих изделий. Светильники адаптированы для столов всех серий мебели компании «Гефест». Для изделий используют алюминиевый профиль, который соответствует требованиям электротехнических стандартов. На данном участке производятся электротехнические изделия, силовые электропанели, промышленные светильники собственной разработки, технические характеристики которых соответствуют требованиям охраны труда к рабочим местам на предприятиях. На предприятии разрабатывают и производят люминесцентные и светодиодные приборы. Все они соответствуют требованиям ГОСТ и предназначены для освещения рабочей зоны антистатической мебели. В светильниках применяется зеркальная растровая решетка и параболическая форма рассеивателя. Это позволяет направлять световой поток вертикально вниз без потерь качества освещения. Корпусы осветительных приборов и электромонтажных панелей покрываются токопроводящей порошковой краской. Это позволяет не разрывать контур защиты от статического разряда. На производственном предприятии «Гефест» применяется система управления качеством согласно международным и российским стандартам. При работе производственных участков осуществляется межоперационный и систематический контроль. Также на предприятии осуществляется входной контроль поступаемых материалов и комплектующих
в соответствии с сертификатами качества. Производственное объединение «ГИФЕСТ» активно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также с российским научным сообществом на предмет разработки, развития новых прогрессивных технологий радиоэлектроники. Заявленные характеристики выпускаемой продукции обеспечиваются за счет внедрения уникальных технологий, а также применения специализированных материалов. Пришло время нашего эксперимента. Сейчас мы проверим, действительно ли после специальной обработки изделия получают антистатические свойства. Эксперты подготовили две детали. На одну нанесено специальное покрытие, а на другую — нет. Мы видим, что показания прибора максимально. Это говорит о том, что сопротивление на этой детали максимально, и ток она не проводит, то есть является диэлектриком. Также мы проводим измерения на детали, которая окрашена в краске ESD. Мы видим на показаниях прибора 3,8 в диапазоне 4 мегаом. Соответственно, на этом участке этой детали есть определенное сопротивление. Это о чем говорит? О том, что она токопроводящая. То есть, тем самым обеспечивается защита рабочего места от вредного воздействия электростатического напряжения. Мы собрали еще 10 интересных фактов. Вот они. Специальную антистатическую мебель впервые начали делать в Европе в 60-х годах 20 века. В российской радиоэлектронной отрасли промышленную мебель и специальное освещение используют с начала 2000-х годов. В 2011 году производственное объединение из Владимирской области зарегистрировало свой товарный знак и вышло на рынок с продукцией под маркой «ГИФЕСТ». Разработчики получили патент на изготовление промышленной мебели. Антистатическая мебель «ГИФЕСТ» все чаще находит применение в автомобильной и сервисной сферах. Например, продукцией производителя из Владимирской области пользуется компания «Яндекс». Специальная краска — это один из важных компонентов антистатической защиты промышленной мебели. На изделиях производители указывают, что на продукцию нанесена порошковая токопроводящая краска. Комплекты мебели «ГИФЕСТ» выдерживают нагрузку до 350 кг и служат больше 10 лет, потому что все элементы выполнены из холоднокатанного стального и специально разработанного алюминиевого профиля. Основные заказчики продукции — Минобороны и госкорпорации. Это Роскосмос, РКК «Энергия», концерн ПВО «Алмаз-Антей», Росатом, Ростехнологии, Аэрофлот, концерн «Океан-прибор», а также вузы и колледжи. Никаких стандартов. На предприятии нет обычного варианта комплектации. Будущие рабочие места создают из модулей. Они могут быть самого разного размера. Антистатическая мебель «ГИФЕСТ» установлена не только на российских производствах. География поставок — ближнее и дальнее зарубежье. Среди нестандартной продукции предприятия — интерактивные рабочие места оператора тестирования для различных отраслей. Мы провели на производственном объединении «ГИФЕСТ» целый день, и пришло время узнать, что получилось. Как мы увидели и даже доказали в ходе эксперимента, мебель получается действительно такой, какой ее заявил производитель. То есть статическое электричество будущим владельцам точно не угрожает. Итак, из этой программы мы узнали, что есть мебель, которой предъявляется намного больше требований, чем к обычной. Эта мебель совсем не так проста в изготовлении, зато отлично подходит особым производствам. И, конечно, мы убедились, что во Владимирской области с подобными задачами справляются на высшем уровне.